Наши предки были уверены, что старшие сестры и братья влияют на младших в семье. При этом, если в семье два брата, то старший всегда будет самоутверждаться на младшем. Но тот, кто похож на маму, будет сильнее. Считается, что мальчику лучше быть похожим на маму, девочке на папу. Тогда родственники со стороны мамы будут защищать мальчика, а родственники со стороны папы будут защищать девочку. Благоприятным считается иметь в семье нечетное количество мальчиков, так как при этом все достижения старшего будут автоматически сказываться благоприятным образом на младшем. Для сестер лучше иметь четное количество по той же самой причине, что достижения одной девочки будут автоматически сказываться на благополучии второй сестры. Ну и так далее. Если в семье четверо детей и двое из них мальчиков и две девочки, то жизнь девочек будет намного счастливее и устойчивее, чем жизнь мальчиков.